О боже мой, что это? Всем хай, с вами Юджин. И, ребят, сегодняшний вечер я предлагаю вам провести с Юджином. Вот в моей жизни в последнее время вот чертовски не хватает смеха. И, как вы помните, неделю назад я попросил вас на YouTube-канале, а также в своей группе ВКонтакте, посмешить меня немножечко, пофотожопить. И для публичного унижения вами меня я выбрал вот эту фотографию. Я попросил вас себя не сдерживать и креативить как только можете. Поэтому, короче, сегодня мы будем с вами смотреть на эти работы. Посмотрим, удастся ли вам меня насмешить. Поверьте, меня очень трудно рассмешить. Я практически никогда не смеюсь особо. Я максимум могу посмеяться так. Ну а прежде я хотел бы вам рассказать немного про то, как я посетил вчера Игромир. Да, я ходил на Игромир, я не делал анонсов про это, я просто пошел туда с камерой чуть-чуть поснимать. Скажу вам, это было самое странное посещение Игромира за все время. И вроде бы на первый взгляд все как обычно. Крокус Экспо, хорошая погода, куча народу. Ну хотя это был день для прессы, поэтому народу было не настолько много. Но вот пресса оказалась очень приставучей. И вроде бы все как обычно, но потом что-то изменилось. Войдя в Игромир, я словно вошел в Игромир. Рэймон. Black Mesa personnel. Regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued improvement. Get away from the beam. Power to stage one emitters in 3, 2, 1. What the hell is going on with our equipment? Did you see it? Get him out of there! Shut down the equipment and someone get him out! This is the purest sample we've seen yet. This is my hiding spot. A fellow scientist. This is my hiding spot. There's a tranquilizer gun in the shark cage. You're welcome to try. Now go away and don't tell anyone I'm here. Короче, я не знал, куда вставить этот прикол со звуками из Half-Life и решил вставить сюда. Я просто давно видел этот мем, меня он очень забавляет, и я решил его здесь применить. По-моему, забавно получилось. А потом вроде как-то все снова стало нормальным. И опять объявилась приставучая пресса. А потом я немножечко прошелся по Игромиру уже в нормальном состоянии. Но, конечно, самое крутое во всем этом было снова увидеть своих подписчиков вживую. Этому я всегда рад. Вот такое вот выдалось посещение Игромира. Немного странноватое. У меня по-другому не бывает. Но, несмотря на всю странность происходящего там, был один очень странный момент, самый странный. Вы заметили его? Пасхалочку заметили? Если не заметили, то посмотрите еще раз внимательнее, потому что это очень важно для предстоящего конкурса, который я провожу совместно с брендом Predator. Да, тот самый Predator, который ноутбуки делает, еще в ноутбуке смерти участвовал у меня. И да, совместный конкурс у нас проводится, на который называется «Пасхалки Игромира». Собственно, с Predator и еще двумя блогерами мы устраиваем конкурс. Внимательно прослушайте условия. Вы должны найти 3 пасхалки. Одну можете найти у меня. Я очень надеюсь, что вы все-таки нашли. Это не так сложно. Вторую пасхалку вы найдете на канале Шока, а третью на канале Exile Show. Ссылки на них я оставлю в описании. Как только вы найдете все 3 пасхалки, вам нужно будет заполнить специальную Google форму, где вы должны будете ответить на вопросы. Ссылку на эту форму я оставлю также в описании. Потом вы подписывайтесь на паблик Predator в ВК. И позаботьтесь о том, чтобы ваш аккаунт был открыт, чтобы организаторы смогли проверить соблюдение условий. Когда вы выполните все эти сложнейшие манипуляции, у вас будет шанс выиграть офигительнейшие призы. Главный приз — ноутбук Predator Helios 300. Посмотрите на его все эти прекрасные характеристики. Они вот они, вот они. Вам не видно? Посмотрите ближе, ближе. А посмотрите на сам ноутбук. Я бы сам себе такой хотел, но мне не дают. Мне можно только их разыгрывать. Итоги конкурса будут подведены в паблике Predator в ВК 21 октября. А призы организаторы разошлют всем до 11 ноября. И знаете, я не имею права молчать. Хоть и хочется, но я не имею права об этом молчать. Если вы все-таки не попадаете на Игромир, то у вас есть шанс кое-что урвать от Acer. С 1 по 6 октября в период Игромира на сайте Acer Online будет просто демонические скидки, я бы сказал. 50%.
Угу. Будет лютейшая распродажа на игровую технику. Go на сайт. Оно того стоит. Все самые подробные подробности я оставлю в описании. Заходите в описание, смотрите, не просрите конкурс, участвуйте. И очень хотелось бы, чтобы именно вы победили. Ну, вы, мои, свои, короче. Что ж, посмотрим, как вы меня любите, как вы там меня зафотошопили. Я ничего еще не смотрел. Я видел, что много картинок вы прислали. Я знаю, что у вас... Никак не получится меня насмешить. Я не смехабельный человек. Я в жизни очень не смеющийся человек, чтобы вы понимали. Поэтому я просто буду сейчас с каменным лицом смотреть на ваши работы. Ну, конечно же, Stranded Deep и Пальмы. Но кто мог ожидать что-то другое, правильно? Окей, хорошо. Это потому, что я как бы зажал суп в последнем ролике, да? На ноги у Тимми не хватило красок. Окей, хорошо. Ага. И не знаю, видимо, у меня какое-то странное состояние сегодня, и меня почему-то тянет на улыбаться. Я улыбчивый человек, но не смеющийся, как я сказал. Может быть, мне продолжить эту игру, я не знаю. Я очень хорошо в нее вписываюсь. Что это? Что это? You are my queen. Это из... Откуда? Из какого фильма или из чего это такое вообще? А, да, все-таки меня нужно было туда... Поэтому маленькая неудача не попала на карусель, потому что я ее занял. Это что за ведьма из Блэр? И у всех нет ног. Что, не могли ноги дорисовать? Ну уж, если уж сели за фотошоп, хоть ботинки бы мне туда приделали. С новым улучшенным корпусом Eugenius самолеты будут летать максимально безопасно. 100% аэродинамичность и экономичность. И да, спасибо за носок! Вот о чем я говорил, если уж села за фотошоп, делай до конца. Ого. Моя душа скопирована. Прекрасно. Представляем вам новую DOT-матрицу. UDOT-матрица. Дедушка Мороз... Просто дарит чудо и новогоднее настроение детишкам. Лишь благодаря мне Тадж-Махал достиг идеальной симметрии. Чё за хуйня? Я не знаю, почему это меня торкнуло. Почему это за говно? Нате вам Stranded Deep. Я принес. Я украл и у Евгения Stranded Deep. Вот он. Абсурдность картинки, наверное, меня сломала. Ладно, это было недоразумение. Вообще ничего смешного. Лемур, закрой дверь. Окей. Он мой. Это моя любовь. Неплохо. Отсылка к Сиянию. Здорово. Мне следует указывать в своем резюме, когда я буду устраиваться на работу, когда канал полностью сдохнет. Я буду писать... Модельной внешности. Да, да. Да. Носок, спасибо за носок. Раньше мы с Максом одновременно рекламировали Honor. Я у себя, он у себя. Теперь он делает только один, сам, без меня. Это он так думает. Короче, шлюпки на меня не хватило, судя по всему. Да. Эти отсылочки, это прикольно. И спасибо за ботинки. О, нифига себе. Это выглядит заморочено. Но не смешно, к сожалению. Я вообще ни разу не посмеялся еще. Вы никак не можете меня рассмешить. Вот, плохо стараетесь. Сжечь его, ведьма! Мне кажется, если бы я не держался за этот столб, то я бы не сгорел. Но я принципиальный человек. Раз меня хотят сжечь, значит, вот мне здесь не рады. И я пойду. Пойду и сгорю. Я даже не знаю, а можно ли вот такое вставлять или нет? Это, конечно, мерзость. А я сейчас заломаю медведя. Это неплохо сделано, довольно-таки недурно. О-о-о, не напоминайте. Это батхёртная игра. Просто вот. Знаете, когда я говорил о креативности, я представлял вот что-то типа такого. Но это не смешит меня. Это просто... поражает меня. Прекрасный транспорт для подводных исследований. И не только подводных. Ты про ноги забыл, ты забыл добавить ноги. Прошли годы. Я все еще держусь за это бревно. Очень недурно зафотошопленное. Ноги! Ноги, где они?
Вот это нестандартно мыслить. А, этот красавчик. Похититель женских сердец. Стоп, а это кто такой? Кто это здесь рядом? Мне это явно не нравится. Уберите чувака еще одного. Какая прекрасная невеста. Где смешки? Где что-то, что вызывает смешки? Что, это все, что у вас есть, а? Мы хотели с этой пандой посмотреть вместе в обнимочку новое видео Юджина. Но что-то пошло не так. О, спасибо за красные боты. Это забота с вашей стороны, понимаете? Боты — это проявление заботы. Слушай, ну ты просто перезалил фото. Я попросил его зафотошопить. Я не впечатлен. Посмотрим, что вы в Инстаграме сделали. Я знал, что он спасет меня рано или поздно. Вот чего не хватало в этой игре, чтобы я сам себя просто взял в руки и понес. И донес до вершины. О боже мой. О боже мой, что это? Как можно это сделать? И что это за пятна? Что это за белые пятна? Ну, это просто мило. Я милый ленивец. Новый вид древесных гадов ползучих. Эволюция Индии. Меня насмешила не фотка, а комментарий к ней, так что это не считается. Не смог ты меня насмешить. Ладно. Вот такие вот работы вы присылали. В целом, конечно, я разочарован вами. Я считаю, что вы выложились не на 110%. Очень плохо. Очень плохо. Я надеялся посмеяться по-нормальному, но теперь я обречен на бессмешное существование. Бессмеховое. Вы подвели меня. Я, наверное, даже отменю конкурс. Нет, не буду. Ладно, хорошо. Я не такой, как вы. Я не оставлю вас без радости. Участвуйте в конкурсе, все будет в описании. Все подробности. Ну, я с вами прощаюсь. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравился такой видос и вы хотите что-то подобное сделать, дайте мне об этом знать, и я что-нибудь придумаю забавненькое. С вами был Юджин. Не забывайте про лайки, подписку и про колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также все мои соцсети посетите. Все, что вам будет интересно обо мне, все в описании под видео. Там будут все ссылки. С вами был Юджин, и всем... 5!